Дозвольте, представлю вам Тетяна Савко, майстриня отаких шедевральних ляльок, про які я вам щойно анонсувала. Доброго ранку. І от перше Доброго. Питання, воно традиційне. Як давно ви почали займатися тим, що ми маємо сьогодні на нашому столі? І це лише маленька частина того, про що йде мова. От як давно ви почали займатися з вашою творчістю? Ну, то саме творчество... Що спонукало, може, вас до цього? Вообще, как бы в детстве я закончила художественную школу и, ну, еще с детства любила рисовать. Вот, мама научила шить, вязать, вышивать. И вот образование я, конечно, получила совершенно не творческое, но вот так получилось, что да, что были декретные, да. Один-второй, и было свободное время, и как-то вот оно само себе пришло, угу. руки нашли дело, которым заняться. От, я знаю, що з дитинства ваш бабуся тому-то навчила, вичити, кожен вам мама те дала, і от так воно все спонукало для того, щоб в декреті потім займатися творчістю. Але от у мене таке питання народилося, а чому саме ляльки? От дехто там декупаж, ну, щось там шити можна, а от у вас саме ляльки. Це може з дитинства якось вам так передалось? Вот, нет. Чому ляльки? Вот скажу честно, во все виноваты соцсети. Вот такой. Потому что один раз, листая соцсеть, я случайно увидела фотографию вот такого, ну не такого, подобного маленького мишку, которого вот держали, да, держали вот так два пальчика. И вопрошал автор фото, где и как можно вот такое вот сотворить. И вы знаете, были комментарии, я любопытная, я, получается, полезла, и первый комментарий гласил о том, что наберите в интернете амигуруми, и будет вам счастье. И вот, вы знаете, я в этом счастье вот по сей день. В цьому да. А чому б ні, да? От все таке народжується несподівано. Дійсно, це щастя, а ви пам'ятаєте, це, значить, перша була ваша така лялька чи творіння, чи да, ні? Вот подобные мишки, это у меня были самые-самые первые, вот именно они, это в 14-м году я начала вязать вот подобные игрушки. Они называются амигуруми. Это японское, да, искусство вязания спицами и крючком. Вот маленьких вот таких вот человечков, животных. Боже, какие они крутые. Да. Ну, так как у меня первые игрушки были с бусинами, там, возможно, будут фотографии. Так, у нас есть достаточная количество фото, мы обязательно их и покажем, и прокомментуем. Они были с бусинами, мне как-то было недостаточно эмоций у куклы, и вот я долго шла к текстильной, потому как там есть возможности нарисовать лицо и передать все эмоции, и, конечно, вот мне... Ну, я прийшла к текстильним куклам. Так, дійсно, от текстильні кукли, я от, роздивляючись, врахований кожен нюанс, абсолютно, можливо, з екрану ви це не побачите, навіть є емоції, от, ну, на такі деталі враховані, слухайте, от, скільки часу йде на розробку от конкретної кукли? Я навіть бачу, що у них у кожної свій настрій, блондинки, брюнетки, типажі, от, розкажіть про історію створення, от, розробка, да, от, як у вас народжується, що, от, у мене буде отака лялька. Нет, если это вот есть такие герои, как, ну, они по каким-то там либо сказкам, либо фильмам, ну, то есть «Алиса в стране чудес» тоже сказка, то есть такие герои, которые уже кем-то придуманы, и просто интересно сделать образ, потому как вот у меня тоже были уже и Баба-Яга, и пластилиновая ворона у меня, и мужичок из «Падал прошлогодний снег» у меня был. То есть мне интересно, ну, именно создать этот герой, образ. Образ, да. То есть всеми любимых героев как бы создать, воплотить. А если говорить просто о кукле, то, ну, я не знаю, это как бы вот просто есть, имеется такое желание. И оно идет изнутри, и я даже не могу сказать, как это все происходит, а сам образ рождается уже в процессе, потому как порой куклы, бывает, была у меня такая ситуация, когда, я не помню, кого я хотела сделать, Да, то есть когда вот думаешь сделать кого-то одного, а кукла, она не хочет быть тем, кем я ее изначально хотела шить. І порой кукли самі вибирають свої образи. Супер, да. Слухай, це такий симбіоз автора, ляльки, да, такі, як живої істоти. От я навіть розкажу про цю Алісу. От вона мене теж зацікавила. Вона дуже вредна дівчинка оказалась, тому як у неї це друге плаття, вторі ботиночки, туфельки. От вона не хотіла
То перше, ну ніяк. Блондиночка така. От подивіться, прошу показати якось трішечки ближче, щоб могли розгледіти наші телеглядачі, яка вона гарна, справжня Аліса така. А ці абсолютно різні типажі. Зараз ми про них теж декілька слів скажемо поряд. І риженька, і чорненька. Це така україночка патріотична, бачимо, так? Ну, да. Ну, теж от вона от сама знайшла свій собою. Образ, да. Так сложилося. Тобто, як я зрозуміла, деякі ляльки не вдаються. Вони самі диктують вам, якими вони мають народитися. Скажіть, будь ласка, які ви матеріали використовуєте в роботі? Текстильні вони, а от волосся, це що? Це? А, волосся? Ну, у цих кукол, ні, це іскусственні треси. Угу. Волосся можуть бути як іскусственні, так же от ніточки. Там вот есть ангелочек лежит, можно его взять посмотреть. Да, давайте подивимося. Ось такие да, тут він... ниточки, гарнюсенькие у нас. Есть шерсть овечья. Тобто використовується багато різноманітних матеріалів. Да, здесь, допустим, вот у куклы это ткань. Угу. А от як ваші домашні, от ваші дітки, ваші знайомі дають якісь замовлення? А ось створи мені таку ляльку, а може якусь схожу на мене. От є таке у вас чи немає? Ну, у мене напевно, дочки, от 6-й год, і, звісно, вона кожну куклу, яку я шью, вона кожну куклу хоче собі. Ну, безумовно. Нет, первая кукла, которую я пошила, это была ее кукла, она до сих пор живая, и до сих пор она у нее в игрушках, но у меня у самой желание, да, именно пошить куклу, похожую на своих детей, у меня еще и сын, и дочь, и у меня такое желание, а именно как бы заказы от как бы родных, ну, знакомых, родных, да. Как таковых нет, наверное. Угу. Тобто, є ще, зрозуміло, що кожній ляльчці ви даєте ім'я, да? Вигадуєте? Нет. Не кожній, не кожній. Нет, никакого не даю, чесне слово. А ось і фото, ми бачимо фото, боже, вони такі як історія. Да, це ангел. Ангел, давайте дивитись трішки коментувати. Це така історія життя ангела, ось бачимо його прогулянку, так? Тобто, о, це пара. Це мої перші, да, перші мої кукли. Одні з перших. Да, в'язані ще. Этот маленький принц по сказці, який начинает дружбу с лисенком. А это получается... Так, я ось ще маю. Так. Тот был плюшевый лисенок. Плюшевый, это, ага. А это, получается, не совсем текстильные куклы, это уже, ну, направление так называется Тедди. Тедди-игрушки, они именно созданы по принципу... Як цих плюшевих Тедді, да, популярних. Внутрі наших. Опілочки, лапки, головка на шплінтах. Тобто, вот, ну, все по-настоящему. Скажіть, а що найскладніше у вашій роботі? Або давайте так, от захочу я прийти додому і створити якусь ляльку. Що мені для цього потрібно? Чи вийде в мене, чи ні? Що треба мати? Чи якийсь талант, чи погляд? От розпочинається все ось з цього. Да. Але все ж таки. В першу чергу, необхідне желання. Желание – это самое-самое, ну, то есть, потому что у меня оно идет изнутри, и с меня, ну, я не знаю, как бы оно, может так сказать, прет, и я остановиться не могу. Вот, поэтому самое главное – это желание, да. Потом достаточно вот совершенно купленной в нашей идее бязь тернопольская, холофайбер, иголка нитки и, ну, краски нарисовать личико, те же самые ниточки для волосиков и... Ну, опять-таки, все возможные ткани. Ткани в основном, конечно, желательно хбшные, потому как куклы, они маленькие, и чтобы оно не соталось, как бы было удобнее в работе, то, конечно, удобнее всего хбшные ткани. Але все ж таки, я думаю, що треба мати колосальний талант для того, щоб створити таких кукол. От вони у вас такі динамічні, от такі враження, що вони ось зараз оживуть тут, живуть своїм життям, зі своєю мімікою, зі своєю гримасою, да, от зараз бачимо. Ну, подивіться, ну просто здорово. Я от завжди для мене це щось було за гранью, от створення таких шедеврів. А скажіть, а от чи є у вас одна така найулюбленіша, може іграшка, може лялька, яка посідає значне місце от у вашій такій історії кохання з ляльками, з творчі? От вона така особлива, і ви її нікому не віддасте, не подаруєте, от ніщо. Чи ще не народилась така лялька? Ну, от мої лічні кукли, наверное, ні. Єдине, от ангелочок, скоріше всього, можна я його візьму в ручки, да. От він у мене вже живе рік, і как бы нікуди не улітає. От, скоріше всього, це, наверное, мой ангел-хранитель. Тут ззаді є крилишки. Угу. Вот. Напевно, що це і є ваша така, от така іграшка ангела охорони. Якщо говорити о любимих
куклах, сделанных мною, это, наверное, Баба-Яга из мультика про Кузю. Угу. Вот она и у меня, и она и у моих детей очень любимая, потому как она вообще-то полметровая, она достаточно большая кукла, и у нее руки, ноги, это медный каркас, то есть она достаточно подвижная. Она может принимать любые позы, может почесать подбородок, может там поправить кокошник. Я скажу, что вон и живи у вас, Лельки. Да, вот она очень. И тоже, когда я создавала первую Бабу-Ягу, это у меня еще дочке было года, наверное, 3. Невозможно было оставить эту раздетую Бабу-Ягу в комнате, потому что дочь начинала с ней играть. Она начала с ней танцевать, лежать. В общем, да, очень она такая всеми любимая. Я зрозуміла. І ще таке коротесенько дуже. Є калята, над якою ви працюєте, або у ваших мріях, яку б ви хотіли створити? От ще такий образ, якого у вас ще не було, але дуже б хотілося. Нет, вот просто сейчас вот я работаю вот над подобными вот гномами, это у меня как-то новая такая пошла волна. Тычья, так, а він на жабці сидить, от прошу показати. Да, вот я, можно я так вот покажу, то есть вот у них полностью руки, ноги подвижны. Они подивіться на ці нюанси. Да, они на бусинных шарнирах. Можно покажу головку? Головка тоже подвижна в разные стороны. Вот. И, конечно, вот сейчас, в данный момент, меня больше интересуют вот эти вот нюансы. Это вот кармашки очень такие вот, рабочие. То есть это не просто пришитая какой-то клаптик, а это вот рабочий кармашек. То есть все рабочее, в том числе и та же самая сумочка. Так. Да, я зрозуміла. Можна положити щось. Я вам дякую, Тетяно, дякую, що завітали, що принесли з собою шматочок такої краси, естетики, порадували наш глаз, і спілкування було дуже приємне разом з вами. Тетяна Савко, майстриня, була у нас в гостях.